Привет, меня зовут Артём, и сегодня в этом видео я тебе расскажу, как же можно раскрутить телеграм-канал. Обещаю, что это видео будет вам интересно, потому что сейчас я вам расскажу все от и до, расскажу вам, как можно набрать подписчиков бесплатно, как можно набрать лайки, точнее реакции, комментарии, просмотры, все вам сейчас расскажу. Помимо этого, я затрону тему новичков, которые только создали свой канал. Я вам расскажу, как можно включить реакции в телеграм-канале и как можно включить комментарии, чтобы люди могли писать комментарии к вашим постам. Обязательно смотрите видео полностью, потому что сейчас я буду вам давать ценные советы по продвижению и раскрутке телеграм-канала. Как можно набрать подписчиков в свой телеграм-канал абсолютно бесплатно, ничего за это не нужно будет платить. Первый совет довольно банальный, но не все про него вспоминают почему-то, не все про него знают. Итак, в чем же заключается первый совет? Заключается он в том, что если у вас уже имеется какая-то социальная сеть с аудиторией, то вы можете этой аудитории рассказать о том, что у вас появился телеграм-канал. Делается это все очень просто. С тем же инстаграмом вы просто публикуете историю, оставляете ссылку на ваш телеграм-канал, и люди на него подписываются. Таким образом, вы сможете набрать первых подписчиков абсолютно бесплатно. Также вы можете отправить эту ссылку друзьям и попросить, чтобы они сделали то же самое, выложили историю о том, что у вас появился телеграм-канал. Переходим ко второму совету. В телеграме есть очень много чатов по различным тематикам. Если вы, допустим, создали канал на определенную тематику, допустим, кулинария, то вы можете вступать в чаты по кулинарии и пересылать ваши посты из вашего канала, допустим, опять же, в чаты по кулинарии. Таким образом, вы будете привлекать себе целевую аудиторию. Участники этих чатов будут видеть полезные для себя посты, которые им интересны. Они будут переходить в ваш канал и на вас, опять же, подписываться. Но у этого способа и существуют и минусы. Первый основной минус: вас могут забанить в этом телеграм-чате, куда вы отправляете ваши сообщения. Поэтому для начала я рекомендую связаться с администрацией определенного чата и спросить у них, можно ли переслать определенный пост или нельзя. Второй минус, он немного весомее. Дело в том, что если вы будете часто так спамить своим каналом, ваш аккаунт в телеграме могут заморозить, и вы больше не сможете нигде оставлять никакие комментарии, не сможете общаться в публичных чатах. Но чтобы этого избежать, достаточно просто соблюдать лимиты, допустим, отправлять свой канал в 5 или 10 чатов в один день. Если вы будете так делать, то с вашим аккаунтом наверняка все будет в порядке. Третий способ будет немножко посложнее, но опять же он поможет вам набрать подписчиков бесплатно. Заключается он в том, что вы можете постить видео в Instagram Reels или TikTok, если он у вас работает, на тему вашего телеграм-канала. За пример, опять же, возьму телеграм-канал по кулинарии. Если вы в этом телеграм-канале выкладываете тематические посты, допустим, рецепты и так далее, то вы можете делать короткие видео в TikTok или опять же в Reels, где вы будете показывать рецепты, показывать ваши посты и говорить, что если вы хотите узнать больше по этой теме, вы можете перейти в мой профиль и подписаться на мой телеграм-канал. Предварительно надо оставить в био профиля ссылку на ваш телеграм-канал. Таким образом, вы будете получать бесплатный органический трафик, и опять же, вы будете получать целевую аудиторию, которая будет заинтересована в ваших постах, заинтересована в вашем контенте. Но вынужден вас разочаровать, потому что все эти способы не будут работать, если сейчас на вашем канале 0 подписчиков, нет аудитории и в нем абсолютно никто не сидит. Сейчас я вам дам решение, но сначала объясню причину, почему эти способы не будут работать, если у вас 0 подписчиков в телеграм-канале. Дело в том, что человек существо стадное, и если он зайдет в ваш канал и увидит там 0 подписчиков, хоть он будет ему интересен, он на него скорее всего не подпишется. Телеграм-каналы, которые не имеют абсолютно сейчас никакой аудитории, выглядят, так сказать, мертвыми, как будто ими никто не занимается и не пишет даже посты. Но опять же, стоит лишь появиться первые 1000 подписчиков, и люди на ваш канал будут смотреть абсолютно по-другому. Они будут видеть, что у канала есть просмотры, у канала есть реакции, у канала есть подписчики, а значит, владелец канала им занимается, постит посты, и он интересен остальным людям. Именно в этот момент включается стадный инстинкт, и человек подписывается на ваш канал. Ну и давайте же перейдем к решению. Я вам расскажу, как сделать так, чтобы первые 3 способа работали с вашим каналом. Делать это все будем опять же в телеграме. Я его сейчас открываю, у вас на экране запись моего айфона. Первое, что мы делаем, заходим в поиск по чатам, кнопочка наверху, нажимаем здесь и ищем бота, которого я сейчас вам показываю. Адрес этого бота вы сейчас видите у себя на экране, наверняка он где-то будет еще для удобства либо в описании, либо в комментариях, я на него ссылочку оставлю. Что мы делаем? Мы нажимаем на кнопку «Запустить бота», здесь мы нажимаем на кнопку «Услуги», здесь нажимаем на кнопку «Социальные сети», выбираем «Телеграм» и выбираем «Подписчики». Здесь вы можете выбрать абсолютно любых подписчиков, которые вам нужны, либо подписчики из определенной страны, допустим, там Россия или страны СНГ. Можете выбрать живых подписчиков со всего мира, можете выбрать ботов, если они вам нужны. Сейчас я вам покажу тот тариф, который рекомендую именно я, но опять же, вы можете выбрать абсолютно любой другой. Я рекомендую именно вот этот самый первый тариф с гарантией, гарантия тут 30 дней. Эта гарантия означает то, что если от нашего канала после накрутки кто-то отпишется, то этот бот нам все восстановит и доплачивать ничего за это не придется. Итак, давайте я вам покажу, как можно заказать подписчиков. Все опять же очень просто, мы выбираем тот тариф, который нам нужен, я выбираю вот этот первый тариф и нажимаю на кнопку «Заказать» зеленой галочкой. Здесь мы должны указать ссылку на наш телеграм-канал, сейчас я вам покажу, как эту ссылку можно скопировать. Открываем наш канал, нажимаем на нашу аватарку, здесь мы видим нашу ссылку и обязательно ссылка должна быть публичной. Если у вас приватный телеграм-канал, этот способ работать не будет. Сейчас я вам покажу, как сделать
сделать ссылку публичной, мы нажимаем на кнопку «Изменить» в правом верхнем углу, нажимаем на кнопку «Тип канала», и здесь опять же выбираем «Публичный» и пишем ссылку для нашего канала. Все очень просто. Давайте сейчас я опять же скопирую ссылку. Для того, чтобы скопировать ссылку, мы долго на нее нажимаем, и у нас появляется кнопка «Скопировать». Все, ссылка скопирована. Возвращаемся в этого бота и вставляем ссылку на канал сюда. Далее мы пишем количество подписчиков. Давайте я закажу 1000 подписчиков. Да, для старта это будет нормально. Далее бот нам выводит информацию по заказу. Стоимость заказа у нас 800 рублей, и за 800 рублей мы получаем 1000 подписчиков с гарантией. Давайте я вам приведу пример. Если вы будете покупать рекламу на свой телеграм-канал, то вы можете заплатить за рекламу 800 рублей, и на ваш канал подпишется 1-2 человека. Покупая рекламу, мы не получаем гарантированный приход подписчиков, а этот бот нам помогает гарантированно получить то количество подписчиков, которое нам нужно, чтобы работали предыдущие способы продвижения, о которых я вам говорил. Итак, внизу у нас есть способы оплаты. Я буду оплачивать заказ картой российского банка. У нас открывается страничка платежной системы. Здесь мы можем ввести номер нашей карты, нажать на кнопку «Оплатить», все, деньги спишутся. Либо можно сделать еще проще, не вводя данные карты. Мы нажимаем на кнопку «СБП». Далее нажимаем на кнопку «Показать все банки», чтобы выбрать именно тот банк, которым мы пользуемся. Я пользуюсь Сбербанком, я его выбираю. И нажимаем внизу на кнопку «Оплатить в приложении». Нажимаем на кнопку «Открыть». Меня просто перекидывают в приложение моего банка, я нажимаю на кнопку «Оплатить», все, операция выполнена, все очень легко и просто. Возвращаемся в бота, да, написано «Оплачено», и бот нам уже написал, что наш заказ успешно оплачен и принят в работу. В начале видео я вам говорил, что я вам расскажу, как можно накрутить просмотры и реакции на свой телеграм-канал, и давайте к этому и приступим. Помогать нам будет именно тот же бот, но реакции и просмотры стоят сущие копейки, это значительно дешевле, чем покупать подписчиков у этого бота. Итак, нажимаю на кнопку «Социальные сети», опять же выбираю телеграм, и здесь мы нажимаем на кнопку «Реакции». Здесь мы можем выбрать те реакции, которые нам нужны, либо выбрать какую-то определенную реакцию, либо выбрать сразу несколько. Давайте я сразу несколько и куплю. Выбираю тот тариф, который мне опять же нужен, нажимаю на кнопку «Заказать». И здесь мы должны указать ссылку на пост. Сейчас я вам покажу, как можно указать ссылку на пост. Заходим в наш канал, удерживаем палец на нашем посте, у нас открывается такая штука, и мы нажимаем на кнопку «Скопировать ссылку». Возвращаемся в бота, указываем ее сюда, нажимаем на кнопку «Отправить». Вводим количество, давайте я закажу 100 реакций, да, думаю, этого хватит. Стоимость заказа у нас 20 рублей. Как я и говорил, это у нас значительно дешевле, чем покупать подписчиков. Давайте я опять же оплачу заказ и вернусь к вам. Все, заказ оплачен. Возвращаюсь в Telegram. Здесь у нас тоже пишет, что заказ оплачен и принят в работу. Давайте посмотрим, начали приходить подписчики или нет. Да, уже, как видите, 6 подписчиков, 8 подписчиков. Все работает достаточно быстро. И давайте я подожду, когда уже накрутятся полностью подписчики, полностью накрутятся реакции, и вернусь к вам с результатами. Привет, это небольшое включение. Пока я жду результат накрутки, я решил вам показать, как включить реакции, как включить комментарии у себя в телеграм-канале. Если вы эту тему знаете, вы можете ее пропустить, внизу есть тайм-коды, и вы можете сразу посмотреть результат накрутки. Нажимаем на аватарку нашего канала, далее нажимаем на кнопку «Изменить». После этого, если вам нужны реакции, мы нажимаем на кнопку «Реакции», и тут можно либо включить все сразу и выключить те, которые вам не нужны, либо выключить реакции полностью и включить только те, которые вам нужны. Допустим, я ставлю огонек, лайк, давайте я вообще все реакции включу. Давайте двигаться дальше, расскажу вам, как можно включить комментарии в нашем канале. Здесь у нас есть вкладка «Обсуждение», она находится над кнопкой «Реакции». Мы нажимаем на кнопочку «Добавить», после этого мы нажимаем на кнопку «Создать группу». Здесь мы можем назвать наш чат и нажимаем на кнопку «Создать». Все, после этого у нас комментарии стали доступны, мы нажимаем на кнопку «Готово». Как видите, я сейчас открыл свой канал, и у меня здесь почему-то нет комментариев. Все дело в том, что комментарии работают только на новые посты, то есть старые посты, которые вы опубликовали, на них не будет комментариев, и чтобы опять же комментарии появились, надо написать новый пост. Все, как видите, комментарии у нас появились, и давайте двигаться к следующей теме. Ну что, прошло полчаса, сейчас у меня на канале 999 подписчиков, давайте я сейчас обновлю страничку, да, все, как видите, у меня набралась заветная 1000, даже набралось немножко больше, 1033 подписчика у меня сейчас на канале, также у меня появились реакции, которые мы заказывали, и еще у меня на обоих моих постах по 1000 с чем-то просмотров. Что ж, результат впечатляет, за довольно короткий срок мы набрали 1000 подписчиков, и давайте перейдем к теме, которая сейчас наверняка волнует многих, могут ли заблокировать канал за накрутку? Нет, за накрутку не блокирует ни одна социальная сеть. Все дело в том, что для накрутки нужна лишь ссылка на ваш канал, на ваш аккаунт, и эта ссылка доступна абсолютно каждому пользователю социальной сети. Любой может зайти в ваш телеграм-канал, скопировать ссылку и заказать накрутку. А это означает, что за 800 рублей, за 500 рублей и так далее мы не сможем заблокировать любой канал. Если бы все было бы так просто и за накрутку бы блокировали, сейчас бы ни одного канала в телеграме у нас наверняка не осталось. Пользоваться этим способом или нет, дело ваше, но со своей стороны я этот способ раскрутки рекомендую. Продолжая тему накрутки, я хочу порекомендовать вам мое второе видео, я его снял
канал по теме накрутки реакций в Телеграме. Сейчас я его вам покажу. И в завершение я хочу сказать, что если у вас остались какие-то вопросы или у вас есть что сказать, какой-то отзыв написать, пишите мне все в комментарии, я все прочту и на все отвечу. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь и рекомендую посмотреть вот это вот видео.